Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посетить группу Amazing Roleplay 03. Здесь можете узнать разную информацию про администраторов, про лидеров и не только. Всем советую, ссылочка будет в описании, подписывайтесь. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серию Amazing Roleplay, первый сервер. Мы здесь Кирилл Путбуль. Сегодня у нас, короче, новая серия, пацаны. Извиняюсь, если будет шум, потому что у меня уже неделю соседи делают ремонт. Сначала они делали в зале, ну, над залом моей, то есть у них тоже получается там зала. Теперь делают в спальне. А у меня в спальне находится комп, они сейчас прямо надо мной ремонт делают. Думаю, это будет слышно, если будет... Да. Да, охуенно просто. Но, блин, уже такой шум каждый день, поэтому, блин, я хочу видосы записывать. И, возможно, будет шумно, но я постараюсь это вырезать. Постараюсь, да. Но вы, думаю, слышите, как только что было шумно. Поэтому, да, как-то так. Сегодня у нас будут покатушки на Ямахе. Не обращайте, что я в скине бомжа, съездим в, как его, в баньку, еще, кстати, да, съездим в баньку, попробуем, что там у нас получится, так, зеленый, все, поехали, ну и сделаем счет, для чего счет, как вы знаете, многие там мне дают деньги, ну, не прям большие суммы, но все же, и на мушку там на ремонт мне чувак, да, Умар, по-моему, давал, да, и он вчера на Майбехе катался. Короче, я решил создать дополнительный банковский счет. Открыл дополнительный банковский счет. Так, давайте. Видите, начало процедуры открытия дополнительного счета. Видите, желание названия от 3. Давайте. Не знаю даже, как назвать. Так, давайте, я думаю, вот, помощь подписчиков. Я такой сделаю название. Так, видите, желаемый пин-код. Давайте введу пин-код. Все, я создал, короче, пацаны. Так, смотрим, дополнительный банковский счет. Так, проект. А я не помню, что это был за проект. Типа. Номер счета. Кстати, посмотри, какой, пацан, номер счета теперь. Вот такой, короче, счет создал. Помощь подписчиков. Подробнее. Вот счет теперь будет. 1, 2, 2, 2, 3. Счет такой блатной получился, конечно. Давайте пин-код введу. И здесь будет показана информация, кто мне скинул деньги и так далее. Истории у нас никакой нету, к сожалению, да. Вот, информация о счете, вот такой будет счет. Я счет оставлю в описании, пацаны. Кто там захочет спонсировать серии. Я вас не прошу, серьезно, сейчас будут писать, типа, вот, выпрашиваешь деньги у подписчиков и так далее. Нет, я просто его сделал тем, кто захочет помочь. Я каждое видео буду стараться проверять этот счет. Кто захочет помочь, тот поможет. Кто не желает этого делать, я вас не заставляю. Просто вот такой счет создал я. Я его оставлю в описании, номер счета вот такой вот будет, я его оставлю в описании, если что, кто захочет скинуть там, помочь, я буду чекать в каждой серии этот счет, поэтому как-то так. Ну что ж, погнали дальше. Блин, вы себе не представляете, какие громкие шумы, у них там какая-то машина, они пол, короче, меняют, блять, пол квартиры меняют, короче, и очень громко, у них какой-то там аппарат, он что-то сверлит, или я не понимаю, там... Начинает сначала гудеть, потом такие звуки, пиздец просто, реально. Я буду пытаться прервать запись, либо уже вырезать при монтаже эти все звуки. Хотя напишите, вырезать или нет, возможно, они вам не будут мешать, возможно, будут мешать. Но я думаю, где-то еще неделька такая херня по-любому будет, поэтому пишите в комментариях. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. И, кстати, я подумал так, я не буду прям монтаж жесткий делать, как я делал это в последнем видосе, то есть в предыдущем. Потому что вы не особо это оценили, я думаю... Ну, блин, не знаю, я раньше снимал обычно, и видосы вам нравились, заходили. Я не хочу, чтобы вы любили меня ради монтажа там и так далее. Я снимаю обычные видосики, летсплеи и так далее. Поэтому я думаю, обойдемся без такого прям
жесткого монтажа, просто музычка будет переходики, там интро и так далее. И все, я думаю, этого будет достаточно. Главное не монтаж, а суть видео, в принципе. Поэтому я думаю, вы меня в этом плане поддержите. Так, вот мы доехали до баньки, короче, ну... А, по-моему, в Южном тоже есть баня, ну ладно. Так, 400 рублей вход, ну, нормально так. А сколько абонемент стоит, мне интересно. Я уже смотрел, когда только обнова вышло, но не парился здесь, как бы, 1000 рублей, ну ладно. 1000 рублей, так 1000 рублей, в принципе, ничего страшного, думаю, в этом не будет. Давайте покупаемся здесь. Здесь у нас есть бассейн, в принципе... Да, бухлишка. Кстати, интерьер очень классный. Вот, серьезно. Вот интерьер мне этот нравится больше, чем предыдущий. Хотя, блин, это уже более такая современная баня. А та баня была более такая русская баня. Хотя... Стоп, давайте посмотрим. Блин, как меня эти звуки задолбали. Я из этого ухожу на паузу, если что. Потому что я слышу, как этот аппарат их не включается. И, блядь, я думаю... Да, вот, 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 слышите? Вот такой целый день, блядь. И хрен угадаешь, когда они это делают. Серьезно. Она такая более русская баня, а это такая более современная баня. Хотя мне вот русская больше нравится. Она такая более прикольная. А где лучше мыться? Вот здесь. Ну давайте попробуем помыться и надеюсь, у меня скин поменяется. Ну хотя, я не знаю, я вот если сейчас 50 тысяч сниму, перезайду, у меня будет нормальный скин. Как... Ну не знаю, как это работает по-дебильному, ну ладно. О, кстати, скоро надо будет вести продукты в мой бизнес. Ну я это, наверное, вне серии этим займусь. В принципе, да, надо будет оплатить, еще в банк заехать. Ну вот, финка, кому интересно, если что, пацаны. Не, он так неплохо несет, реально неплохо, но... Ну, блин, не знаю, я его думал продавать, я две объявы кинул, потом... Никто не написал, думал, ладно, оставлю себе. Сейчас у меня осталось мало денег, я вам даже сейчас точно скажу, сколько. Я, в принципе, этого не скрываю, лям 300 у меня остался, короче. Ну, такое себе. Блять, как же заебали эти звуки, вы не представляете, серьезно. Просто я в наушниках сижу, мне слышно, кому-то это возле меня все это делают. Кстати, я не знаю, сколько надо париться, типа, там и так далее, чтобы все было нормально. Так, это у нас параша, вот, можно пописать, кстати. Во, можно пописать. По-моему, где-то 50, наверное, надо, типа, чтобы одежда сменилась. Или сменится она вообще, я не знаю. Ну, у меня уже сколько? 39, а не 41 уже гигиена, поэтому нормально все. Так, ладно, я думаю, мы достаточно здесь времени провели. Можно... О, смотри, у меня скин поменялся. Нормально. Все-таки можно это так решать. Не только надо, чтобы бабки на руках были. Не, ну, блин, интерьер, не знаю, мне понравился интерьер. Погнали теперь в банк заедем. Я бис оплачу и дом. Так, вот я приехал до банка, короче. Давайте зайдем. Я все плачу, бабки сниму. Да, надо будет бизнес-продукты не забыть довести, потому что 300 продуктов всего лишь осталось. Так, оплатить дом. И оплатить бизнес. И баланс бизнеса 23808. Все, замечательно. Ну, давайте теперь устроим покатушки. Блин, конечно, с этим шумом это будет довольно-таки глупо выглядеть, потому что я, мне приходится, пацаны, будет уходить на паузу, вырезать это все. Но сейчас попробуем. Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПГ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто. Поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем... дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Чтобы вы понимали, сейчас весь ремонт происходит прямо у меня над головой. Это просто жесть. Реально, это просто жесть. Кстати, по-моему, это заправка Джеймс Райнер. Да, это знакомого человека заправочка. Так, тут дом по ГОСТу стоял. Я помню, сколько у него ГОСТа. Сейчас мне интересно ваше мнение, блин. Конечно, мне бабок таких нету, чтобы купить этот дом, но место у него прикольное. В принципе, здесь я постоянно гоняю, потому что дорога ровная такая, более-менее. И домик по ГОСТу за 7 лямов здесь стоит, видите? Ну, бля, 7 лямов за такой дом, блин, можно в Бусаево подобный дом купить там за 3,5, за 3 ляма. Но, блин, платить 7 миллионов за такой же самый... Хотя нет, здесь много места на самом деле.
Был бы даже, если вертолеты были бы на Мазинке, вот здесь можно было вертолет парковать. Есть гараж. Кстати, вот если бы здесь на машине можно было проехать, блин, было бы реально шикарно. Я думаю, я бы машину прям там парковал бы. Ну ладно, погнали дальше. Кстати, блин, вот эта рулетка, типа 6 часов играешь подряд, и типа рулетка, я еще ни разу столько не отыграл. Ну блин, ну 6 часов сидеть, и то многие говорят, что она баганая, что ни хрена не дается. Как бы я и у админов это узнавал, не буду говорить у кого. Что за новую причину на РП обман, дублирование? Это как? Что-то я не догоняю. Напишите в комментариях, кто знает. Реально. Ух ты, блин. Воу-воу-воу, вот это было близко. Кстати, у меня пацаны возле Нашана что-то лагает. Боже, как я обожаю. Просто, понимаете, эту квартиру продали и новый владелец там устроили полный ремонт. Ну и, блядь, уже этот ремонт длится неделю, если не больше, на самом деле. Это просто пиздец. Ладно, хоть слабо, что они это днем делают. Если бы ночью, блядь, это был бы пиздец. Так, еще одного забанили на 30 дней. Что за причина новая? Кстати, вы там писали в комментариях, типа, пойти в ДПС. Вот почему, когда я только начинаю говорить, вот начинается какая-то хуйня у них там. Блядь, как это бесит просто. Так, давайте аптечку куплю. Хотя у меня вроде были аптечки, но хотя бы маску купить надо. От мусоров. Ну, блин, я реально бы сидел лучше, сколько, 10 минут даются? Или сколько? Нет, не 10. Так, давайте купим маску. Аптечка, по-моему, у меня была. Да, у меня. Вы не можете купить более 2 аптечек. Хорошо, это хорошо. Блин, только столько у меня идей появилось для видосов, и, блядь, и приходится это слушать эти... Этот ебанутый ремонт приходится слушать, короче. Еще одного наказали. Блин, что за причина? Что за дублирование? Вот напишите, пожалуйста, что это за причина, потому что это мне стримаешь, чтобы меня так не забанили. Ладно, чуваки, думаю, на это будем заканчивать. Извиняюсь за такие шумы, но я постараюсь как-то вырезать, возможно. Но, блин, ничего не поделаешь. Реально, потому что там у них какой-то, блядь, аппарат ебанутый. Да, и приходится просто на паузу ходить, но все равно видосы я буду снимать. Бля, только начинаю говорить, сразу начинают они срулить, блядь, это пиздец. Это просто пиздец. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I was from the outside, I was from the north.